Сегодня на месте работает 81 специалист и 41 единица техники. Уже вывезено 11 тысяч кубометров грунта. Параллельно идет восстановление поврежденных участков автодороги. На месте также находятся представители собственника территории, сотрудники федеральной сетевой компании. Им предстоит восстановить и противоселевые укрепления. Сегодня к ликвидации последствий схода селя приступили специалисты Сочинского национального парка. Они расчищают участок ручья Сулимовский выше по руслу. Водоканал очистил канализационную насосную станцию и коллектор. Пока водоотведение организовано по временной схеме. Помощь собственникам территории, своих специалистов и технику на место происшествия направила администрация города. На месте постоянно присутствуют и представители МЧС.